Всем привет, с вами Комаров Виталий. Вот пришла ко мне куча посылок. Вот такая вот. Ребят, что я хочу сказать. Вот чем больше мне присылают посылок с Алиэкспресс, тем больше я удивляюсь этому. Мне становится уже весело. Вот эти вот посылочки, они не отслеживаются, но я знаю, что в них пришло. А вот эти вот, например, они с России. Трек номер был вообще какой-то не ихний, он не отслеживался, ничего. По идее, я не знаю в них, я только догадываюсь, что в них может быть. Чем больше посылок, тем больше геморроя, ребят. Ей-богу. Так, начнем, наверное, с самых маленьких. Это, как я понимаю, два USB Type-C пришло. Сейчас мы откроем, посмотрим, что за фигня такая. Скоро мы их будем, наверное, паять. Да, два USB Type-C. Вот такие вот они штучки. Плата спаянная. И, по-моему, она со схемой с какой-то. Но это все практика покажет, что как работает. Это одно. Ребят, тестировать потом я буду. Сейчас покажет распаковка. Так, это, по идее, пришла паяльная паста. Что интересно, китайцы мне где-то собрали в одну посылку, все посылки, там их штук 6. По логике у меня должно приходить что-то еще. Вот такая вот паяльная паста. Вот она. Говорят, хорошая. Ну, честно сказать, ну, если китайская, я сомневаюсь. Так, что у нас следующее? Так, здесь по размеру коробки я могу сказать, что здесь должен быть мультиметр. Смотрим, угадал, нет? И как тут тебя открыть-то, заразу? Так, берем, впихиваем, разрезаем, смотрим. Итак, угадал, нет? Да! Я угадал, мультиметр пришел. Ура! Говорят, тоже штука неплохая. Сейчас мы найдем, с какой стороны все открыть. Вот так. Мультиметр вес имеет, честно сказать. Рядом со мной дядька мой сидит, он электрик. Он сейчас по весу скажет, хорошо, нет? Че? Легкий? Ну, дядька мой говорит, что он легковатенький. Значит, ну, Китай есть Китай. Так, это вот такие шнуры. Шнуры вроде как неплохие. К ним еще идут такие вот клеммы. Крокодильчики. Ну, как-то так. Так, запихиваем обратно. Это мы протестируем в следующем видео. Сейчас покажет распаковку всего и вся. Так. Здесь должен быть микроскоп. Так называемый. Почему так называемый? Потому что, по слухам, он делается из авторегистратора. Там даже если флешку ты ставишь, то она пишет по кругу. Как тебе открыть-то, зараза такая? Сейчас посмотрим. Угадал? Нет. Так, разбираем, смотрим. Да, угадал. Вот по размерам я все угадываю, да. По треку номера угадать это что-то невозможно. По идее, мне их еще раз высылают. Будь таких тогда два. Так, открываем. Ну, это мы уж, наверное, протестируем. Это, наверное, интересная довольно-таки штука. Но все равно мы так его с легонца пробежим. Что за фигня такая? Вот такой вот микроскопчик. Диски с программным обеспечением каким-то. Диск один или два, или один, не знаю, открывать не будем. Инструкция. Английский, китайский. Да, английский, китайский. Так, сам микроскоп такой. Здесь должен стоять аккумулятор. Вот, он уже все должно быть в работе. Собираем дальше, смотрим. Так, это питание к микроскопу. Достаем.
Все, у меня что-то убежало. Так, это самая подставочка. Подставочка пластмассовая. Сейчас вот достану хрень. Так, вот, а это штативчик, на котором все это должно бегать. Так, как я понимаю, нам нужно это впихнуть вот сюда. Впихивайся. Сборчик, конечно, ненадежный. Это что такое? Ага. Ну, здесь тудым-судым можно сделать. Вот такая штука. Так, здесь откручиваем. Барашек. Скотина. Так, барашка я победил. Ура. Так, это подняли. Это впихнули. Так, ну, как положено. Затянем. Так, как им еще пользоваться, точно я понятия не имею. Так, вкл-выкл. Лампочка горит. Он запустился. Ура! Угу. По идее, он увеличивает в 1000 раз. Ну, он погас. Запустись, однако. Так, ладно, подключим мы к нему питание. Питание, вот оно. Блин. Ага, шнур тут совсем другой. Да. Шнур другой. Раскручиваем. Впипяхиваем зарядник. Да не, вроде такой же, по-моему, только он не туда, не сюда. Ага. Что-то я не понял. Влезло, не знаю. Ага, лампочка горит. Значит, зарядка идет. Ждем. Ого. Ай, ага. Ну, говорят, ну-ка, что-то снизу нужно. Ага, тут крышечка есть. О, крышечку нужно снимать. Практически это из навигатора сделан микроскоп. Так, сейчас мы его повыше. Так, ладно, пускай так. Чё б такое поглядеть-то туда? Чё б такое поглядеть-то? Ну, валяется мне хрень. Пока я туда ничего не вижу. Резкость. О-о-о. Вот так вот он выглядит. Вроде ничего показывает. Чем ниже мы его опускаем, тем сильнее он увеличивает. Вот если, например, совсем близко поднести, конечно, поедет на таком расстоянии. Не получится, а вот. Надо будет поймать какую-нибудь муху. Смотри, что с ней будет. Вот она, эта плата. Вот мы ее смотрим. Ну, что нам тут посмотреть такого? Ну, вот посмотрим вот эти вот. Резисторы или кто они там. Ну, увеличивает. А вот в 1000 раз или во сколько там, это я уж не знаю. Так, здесь еще можно увеличить, по-моему, так. Нет, не знаю. Тут, кстати, можно заставить карту и меню Китай Проммаш. Еще меню Китай Проммаш исчезло. Это радует. Кнопки увеличения что-то не. Должно ли это быть? Окей, что окей? Китай окей. Фиг его знает. Так что вот такой вот микроскоп. Еще у меня почти что 20 с чем-то посылочек. Довольно-таки прилично. Можно подальше.
Вот даже какая-то надпись читается на этой фигне. Довольно-таки четко видно. Несмотря на то, что это регистратор. Так что все. Вот такая у меня распаковочка. Скоро можно будет заниматься чем-то таким интересным. Спасибо, до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И смотрите мои видео. До свидания.